павильоне Азербайджан на ВДНХ продолжается неделя азербайджанского кино. На этой неделе был показан очередной азербайджанский фильм «В одном южном городе». Отметим, что в рамках мероприятия будут продемонстрированы советские и постсоветские картины известных режиссеров и сценаристов Азербайджана. Ну, надо сказать, что неделя азербайджанского кино в павильоне Азербайджан на ВДНХ – это проект, который пользуется огромной популярностью. Сегодня вы видели, у нас был показ фильма «В этом южном городе», и вы видели, какой был аншлаг, очень много было молодых людей, что особенно радует. И для нас, конечно, это большая честь, это очень приятно, что на этой площадке самый большой, я бы сказала, в России, в нашем павильоне. И, опять же, пользуясь случаем, хочу поблагодарить фонд Гейдара Алиева, который сделал это возможным нам, азербайджанцам, во всей России гордиться тем, что у нас есть такая площадка, где мы можем представлять свою историю, культуру. У нас есть музейная часть, у нас есть торговая часть, туристическая часть, у нас есть прекрасная оранжерея. Мы часто проводим здесь разные культурные мероприятия. И, конечно, вот это мероприятие, неделя азербайджанского кино, это один из очень важных, я бы сказала, одно из очень важных направлений в пропаганде, если так можно в хорошем смысле этого слова сказать, в пропаганде, в демонстрации культуры, искусства Азербайджана. Потому что здесь мы показываем фильмы не только советского периода, и периода уже постсоветского. И мне кажется, что то, что приходят дети, а иногда даже вот такой, я бы сказала, династии посещают. Вот, например, сегодня была гостьей нашей дочка и внучка Эльдара Кулиева, что особенно приятно, потому что он имел самое непосредственное отношение к этому фильму. Так что мне кажется, что эта идея найдет свое продолжение обязательно. Я думаю, что мы еще сделаем такие показы не раз. Возможно, мы будем в летнее время это делать в более широком, скажем, масштабе. Надо будет подумать. Вот Аршин Малалан мы показывали, «Небось, я с тобой». Огромный был отклик. Здесь были москвичи, гости столицы. Все благодарили, передавали привет нашему замечательному послу, уважаемому Полат Бюльбюлюглу. Говорили о том, какой он талантливый артист, замечательный человек. И, конечно, мне, как человеку, который все это организовывает, было очень приятно это слышать. И я надеюсь, что вот до 20 февраля продлятся наши недели. Мы еще покажем интересные азербайджанские фильмы. Я думаю, что у нас еще будет много приятных моментов, когда мы будем получать хорошие отзывы. Среди зрителей была также дочь режиссера фильма Эльдара Кулиева, Ирада Кулиева. Она отметила, что идея показа азербайджанских фильмов на площадке павильона – это отличная возможность пропаганды азербайджанской культуры. Сейчас, посмотрев этот фильм, оцениваю уже со взрослой точки зрения. Папа был тогда намного младше, чем я сейчас, когда снимала этот фильм. И, честно говоря, ему это были его любимые улицы. Он сам вырос на вот таких улицах с такими понятиями. Я еще раз хочу поблагодарить за эту идею. И, наверное, надо продолжать это. Фильм этот, мне кажется, он понятен, если знать менталитет. И мне кажется, вот нам, как азербайджанцам, все-таки даже спустя столько лет это понятно, это даже можно сказать близко, хотя все меняется, хотя сейчас, конечно, время идет, все по-другому становится. Но какие-то вещи, они все равно остаются. Они от того, что не меняются, это неплохо, мне кажется. Отметим, что показ фильмов будет проходить каждые выходные до 20 февраля этого года. Вход бесплатный.